Bloomberg опубликовал статью, посвященную экспорту казахстанской нефти в Германию. В публикации пишут, что в нашей стране сократилась добыча сырой нефти. По данным государственного оператора нефтепровода «Кастрансойл», в этом квартале Германия должна принять в общей сложности 40 тысяч тонн отечественной нефти по трубопроводам. Это почти на 90% меньше, чем планировали изначально. Согласно статье, добыча нефти в Казахстане упала примерно на 100 тысяч баррелей в день с конца февраля. Компания «Тенгишевройл» подтвердила, что еще одна производственная линия была выведена из эксплуатации для проведения технического обслуживания, что снова привело к сокращению добычи.